Праздник поэзии и прозы. 28 января литературное объединение «Буйские голоса» отметило свое 15-летие. Члены ЛИТО и многочисленные гости собрались в этот день в Краеведческом музее имени Тамары Васильевны Ольховик. Ведущей мероприятия по традиции выступила Валентина Гусева. Она познакомила гостей праздника с историей создания объединения, напомнила биографию и творческий путь авторов. Учить и учиться, пропагандировать поэзию среди буевлян, издавать сборники и просто общаться. Этих целей местные авторы успешно добиваются в литературном объединении на протяжении 15 лет. По пунктам, кто мы? Особо нечем нам блистать. Мы все простые работяги. Но только чистый лист бумаги. Перо нас заставляет взять. Что нас объединяет? Объединяет муза нас. Людей в поэзию влюбленных. Чудесным даром наделенных. И покоряем мы Парнас. Цели нашего объединения? Учиться и учить писать. Друг другу помогать советом. Стихами словно чистым светом. Людские души проникать. С поэзией должны сказать. Становится намного легче. Поэзия не только лечит, но помогает выживать. Вспомнили в этот день и тех буйских поэтов и писателей, кого в настоящее время уже нет в живых. Ныне здравствующие прочли свои стихи, вкратце рассказали о том, что для них значат буйские голоса. Как отметили собравшиеся, даже те авторы, кто сейчас проживает вдали от буя, не теряют связи с объединением. Свое поздравление с юбилеем прислала буйским голосам Ирина Чернышова, проживающая на данный момент в Москве. Выходец из объединения Екатерина Баранова, поступив в свое время в институт, стала призером литературного конкурса в городе Санкт-Петербург. И сегодня буйские голоса пополняются новыми авторами. От лица главы города Буя Валерия Катышева писателей поздравила заместитель главы администрации Татьяна Попова. Татьяна Павловна вручила приветственный адрес председателю ЛИТО Вячеславу Дробышеву. Каждый автор получил в подарок записную книжку и ручки. Перо и бумагу, как отшутились собравшиеся. Многочисленные выступающие желали буйским поэтам вдохновения, удачи и почаще радовать жителей города и района новыми стихами и публикациями. Пусть будет долгим, крепким наш союз. Стихи и проза – вот наше богатство. И пусть не будет в мире крепче уз, чем узы поэтического братства.